Рубен Варданян и Иран являются главными угрозами для поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом говорится в статье под названием «Europe didn't escape an energy crisis just yet». Европа еще не преодолела энергетический кризис. В журнале Forbes, посвященной значимой роли Азербайджана в решении проблем, связанных с энергетической безопасностью Европы. Автор текста, цитируя авторитетных экспертов, пишет о факторах, которые могут представлять угрозу для поставок энергоресурсов из Азербайджана. В частности, ссылаясь на статью старшего научного сотрудника Джеймстон Фаундейшн Януша Бугайски в The Hill, Forbes пишет, что дестабилизирующим фактором в регионе, который может создать угрозу для поставок азербайджанского газа в Европу, является Рубен Варданян, который разграбляет принадлежащие Азербайджану золотые, медные и молибденовые рудники. Другой главной угрозой энергопоставок из Азербайджана в Европу автор текста считает Иран, так как он не может смириться с наличием тесных дипломатических отношений Азербайджана с Израилем. Кроме того, согласно анализу Джеймстон Фаундейшн, опубликованному осенью, Тегеран против открытия Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан и Турцию и будет пересекать территорию, соединяющую Иран и Армению. В статье упоминается и теракт, совершенный 27 января в посольстве Азербайджана в Иране. Автор также пишет о непосредственной роли Азербайджана в предотвращении углубления энергетического кризиса в Европе. Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс отмечает, что падение цен является неоднозначным сигналом для Европы. Цены на электроэнергию выше в некоторых странах, в частности в Германии, которая является ведущей страной европейской экономики. Европейский Союз довольно успешно исключил российскую нефть и газ из своей энергетической матрицы, хотя некоторые объемы газа все еще поставляются по трубопроводу «Турецкий поток» и в виде сжиженного природного газа. Часть российской нефти поступает через перевалку. Для замещения этих объемов созданы новые энергетические альянсы с Катаром, Египтом, Азербайджаном, откуда транспортируется природный газ, и США, говорится в статье. Азербайджанский газ стал решением энергетической проблемы Европы еще прошлым летом. Страна уже поставляет нефть и газ в 11 стран Европы. В 2022 году объем поставок азербайджанского газа в Евросоюз достиг 12 миллиардов кубометров, а к 2027 году страна удвоит импорт природного газа, говорится в статье.